Друзья, вы на канале интернет-магазина Милана. Меня зовут Михаил. Я буду вам снимать, рассказывать про редкие кожаные куртки в стиле милитари, из кожи буйвола, винтажные куртки. Кстати, сайт наш называется milana163.ru. Если вам нравится этот товар или какой-то другой, можете перейти по ссылке под видео. Ссылочка есть, можете перейти по ней, заказать либо эту модель, либо какую-то другую. Ссылочка там на наш сайт и на эту конкретную модель. Две ссылки. Под видео еще кнопочка. Нажимаете на нее, разворачивается окошко, и там ссылочки, чтобы понимали, не все знают и задают вопросы. Вот подобрал вам интересный обзорчик. Хочу сделать на интересный бушлатик. King называется. Это американский бушлат из кожи буйвола. Удивительная кожа у него, настолько редкая и интересная, что я лично не встречал. Вот серия есть у них, Road 66, и вот бушлаты из них делают. Ну, очень прикольная кожа, необычная, плотная такая, матовый такой, блеск у нее приятный. Очень интересная. Ну, прям ее одеваешь и чувствуешь, что она реально там лет 10-15 будешь носить, и с ней ничего не будет. Вот это из этой серии. Бушлатик, он, вот посмотрите, как он сделан. Это воротничок съемный, это из овчины. То есть чуть запохолодало, можно отстегнуть. Вот так-то он выглядит. Вот. Воротничок натуральный. Вот. Удобные кармашки боковые, крупные. Здесь карманы такие глубокие. То есть все какие-то мелочи свои брать, это прям 100%. И здесь удобные карманы, я потом покажу по мере, как он сидит, руки вот так вот удобно очень. Внутри сделан кармашек на молнии один. Так, и здесь на пуговичке традиционно. Запах ветрозащитный очень большой. Вот так вот он, да. Здесь вот пуговка есть. Если поближе, потом я покажу. Она здесь застегивается и вот так вот, то есть, фиксируется. Большой запах, так как он положен его фиксировать здесь. Ну, это при желании. Шилдик оригинальный, фирменный, компании Arbor. Вот. Здесь спина ровненько идет, кокеточка такая двойная. Шлица на молнии. Ее можно отстегнуть, можно расстегнуть, когда садитесь. Но длина пиджачок прикрывает, это 100%, кому иногда в офис надо. Вот такой прикольный бушлат. У нас моряки заказывают его, там, кто там к флоту имел отношение, или просто военные. Кому стиль такой нравится, частные заказы. Кожа, конечно, еще повторюсь, очень необычная. Такая выделка у нее очень приятная. Ну и долговечная, конечно. Она очень долговечная. Сейчас померю, посмотрите, как она смотрится. Вот так отодвину. Вот такой бушлатик King. Внутри немного синты. Он утепленный. Синтепончик там есть. Ну, вот так вот он смотрится. Это мой размер. Это размер L. Вот так, кармашки очень удобные, руки прям кладешь, руки отдыхают, прям кайф. Вот, со спиной приятный очень бушлатик. Воротничок можно снять. Он больше, знаете, что он не греет, он сезонность дает. Городская зима, температура где-то до минус 15, вполне комфортно. Ну, весь день на улице в нем в зиму такой будет прохладно. А вот до машины, там, кто до парковки дойти, там, с работы... Вполне удобно. Пиджачок, костюмчик сюда отлично поместится. Вот. Если нравится наш... Друзья, попрошу вас, если нравится наш контент, нравится наш товар, хотите получать новые видеообзоры, с вас лайк. Для нас это очень важно. Подписочка. В комментариях пишите все, что вам интересно. Отвечу на все ваши вопросы. Также у нас есть ссылка в описании, телеграм-канал. Там можно вопросы позадавать, пообсуждать, если что-то интересно. Люди мнением делятся, когда что-то покупают. Вот. Так что вот такой бушлатик. Сейчас вам покажу его поближе. Посмотрите. Да, друзья, вот поближе хотел вам показать бушлатик King. Как кожа у него.
Интересная выделка. Текстуру кожи покажу поближе вам. Замечательная такая, таким блеском матовым, плотненькая. Очень приятная кожа. Двубортная. Кармашки. Друзья, товара немного. По одному размеру заказываем. Продается. Ждать приходится долго. Если нравится товар, заказывайте, пожалуйста, заранее. Потому что вот захотели купить, его может не быть вашего размера. Три кармашки. Здесь вот так вот. Арборная парель фирмы. Так вот он выглядит. Пожалуйста. Бушлатик Кинг. С вас, друзья, лайк, подписка. В комментариях пишите все, что интересно. Пуговички вот такие моряцкие, якоря. Вот. Интересные. Фокус убегает. Вот с вас лайк, подписочка, заказывайте. Спасибо.